Учитель. Это одна из древнейших профессий. Эта профессия во все времена была и остается наиболее почетной, но в то же время наиболее трудной. Умение передать свой опыт молодым людям, только вступившим в самостоятельную жизнь, это талант. Мы вкладываем в понятие «учитель» не только человека, который дает знания, а человека, который является для многих наставником по жизни. Таких учителей в нашем городе немало. Хочется обратить особое внимание к педагогам с огромным стажем, которые всю свою жизнь посвятили родной школе, считая это место вторым домом, а учеников – своими детьми. Ярким тому примером будет учитель математики Любовь Мишурова, которая работает во второй школе уже более 25 лет. Она не только прекрасный преподаватель, профессионал своего дела, но и замечательный души человек. Все эти годы ее окружали только порядочные и добрые люди, говорит Любовь Александровна. Поэтому и она относилась ко всем с такой же теплотой и любовью. Моя работа мне очень нравится. Я очень люблю и себя без нее, я просто не представляю. Дети самые хорошие у меня, самые любимые. Коллектив, в котором я работаю, это, наверное, самые близкие и дорогие мне люди, потому что, в общем-то, всю сознательную свою жизнь я проработала здесь, в этой школе. И меня окружали всегда самые добрые и самые порядочные люди. Учитель. Какая же важная роль отдается этому человеку в жизни каждого? Ведь у любого есть тот учитель, который запомнился на всю жизнь, который преподнес тот самый главный, самый важный урок, закрепившийся в памяти на всю жизнь. Учителя, они заботливые. Вспомнить только, как ласково и по-доброму приняли они нас еще маленькими к себе под крыло. Как старательно они вместе с нами выводили каждую буковку и повторяли каждый слог. В голове навсегда остались жиши с буквой «и», а рука всю жизнь будет писать так, как первый учитель научил этому нас. Вот уже много лет Марина Николаевна работает учителем начальных классов. Она не просто учитель, а первый наставник в начинающей жизни ребят. Сколько труда и терпения она вкладывает, чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли вдумчивые, стремящиеся к своей цели молодые люди. Нужно начать с того, какими они приходят. Неумелыми и несмышленными. Конечно, каждый учитель начальных классов заменяет им роль мамы. Создают, вот я в частности пытаюсь создать большую дружную семью. Если это радость, то мы их переживаем вместе, радость от побед, радость от общения ежедневного. Но если горесть, то тоже переживаем. Стараюсь быть им старшим другом. Учителя, они терпеливые. Младшие классы уже позади. Мы взрослеем, протестуем, хочется спорить с каждым словом, дерзко реагировать на все замечания. Как терпеливо они относятся к этому нежному возрасту, как стойко они продолжают воспитывать нас, заботиться, несмотря ни на что. Ведь только учитель, который видит нас каждый день, сможет разглядеть все важные моменты, первую любовь и переживания, не считаясь личным временем и порой забывая про собственных детей. Быть дочерью учителя – это нелегко. Порой мама уделяла больше внимания малышам, больше внимания работе, нежели мне. Но я не обижаюсь, потому что учитель – это великое призвание, это великое дело. И я во всем поддерживаю маму. В школе и дома мама, конечно, разная, потому что в школе отношение более строгое. Наверное, для того, чтобы я не распускался, чувствовал себя чересчур вольготно. Существуют свои плюсы и минусы в том, что работает, что мама работает в школе. Плюсы, что мама, если не понял тему, что мама поможет объяснить все, чтобы дошло. Но минус в том, что жесткий контроль. Если вдруг что сотворил, что-нибудь такое, сразу доходит до мамы. Ничего не утаишь, включая оценки. Конечно, вкладываешь в обучение ребят всю душу. Не считаешься ни с личным временем, ни с какими-то душевными затратами. И ученики отвечают тем же. Конечно, ребята – это та душинка, да, которая дает стимул к работе. Потому что работа учителя – достаточно тяжелая работа. И бывает порой, что не хватает времени на собственных детей, потому что хочется найти какой-то интересный материал, подготовиться к уроку. Конечно, без творчества профессия учителя вообще немыслима.
потому что только творческий подход помогает вот преодолеть всевозможные какие-то невзгоды. И сейчас вообще очень высокие требования предъявляют к школе, к учителю государства в новых условиях. Поэтому творческий потенциал, он очень необходим в нашей работе. Всегда работа с детьми приятна, когда получаешь их улыбки, получаешь отдачу, когда они и те же результаты приносят высокие. Поэтому сглаживают те, может быть, какие-то моменты, которые не очень приятные бывают и в жизни. Для этого педагога учительство не просто профессия, а дело всей жизни, образ мышления. На учебу в школу, на работу в школу, воспоминания самых близких людей тоже о школе и учениках. И все потому, что в ее семье сложилась настоящая учительская династия, в которой из поколения в поколение передаются не только нравственные ориентиры и ценности, но и самое главное – любовь к ученикам. Я хочу сказать о том, что, наверное, не может родиться что-то без какого-то образа. Вот образ учителя, наверное, был у меня с детства, потому что моя мама учитель. И вся та любовь к детям, которая передавалась моей маме, наверное, перешло по наследству не только мне, у меня и брат учитель. У меня все тети со стороны мамы – это тоже учителя. От мамы передалась, наверное, вся та любовь, которую она отдавала детям. И сегодня у меня не только моя семья, но и брат, у которого семья тоже все учителя. Это и сноха, это мой муж, и мама, и все родственники со стороны мамы, я еще раз хочу на этом остановиться. Это все учителя, только мы все имеем различные направления. В основном это историки, и вот я оказалась химиком. Семейная чета Лидии и Юрия Лапутько. Для них работа учителя стала не только призванием, но и каким-то судьбоносным знаком. Казалось, сама судьба сводила их дороги. Лидия Егоровна как будто шла по стопам своего будущего мужа, который старше ее на 4 года. Получила образование в том же училище, где учился Юрий Николаевич. Затем, опять же волею судеб, оказались в одной школе. И уже 19 лет трудится в родной первой, вместе на работе и вместе по жизни. Главный девиз этой прекрасной семейной пары – душевного тепла, любви, богатства знаний, мудрости должно хватать не только на учеников, но и на своих собственных детей. Нас профессия свела. Я такой вспоминаю интересный случай, когда я поступила в педагогическое училище. Юрий Николаевич, он был спортсменом очень таким ведущим в педучилище. И вот ими гордится педучилище, был такой стенд. И на этом стенде он был, там представлена была его фотография. Я подошла, прочитала фамилию Лапутько, еще посмеялась, Лапочка. Как бы, человека лично я не знала. Прошло время, несколько лет, я закончила училище, приехала в районное отдел народного образования, где он работал под руководством народного отдела образования, тогда школа спортивная относилась к отделу образования, и я там его увидела и сразу же узнала. Потом я ему об этом случае рассказывала. Вот так нас судьба и свела, вот так вот мы почти уже 25 лет вместе с ним. Мы постоянно находимся как на работе, определенный у нас характер, стереотип, манера поведения такой же поведение у нас сохраняется и при взаимоотношении. То есть я как бы рад, что мы работаем с супругой вместе в одной организации, как бы оба учителя, и, можно даже сказать, горжусь нашей профессией. Сейчас мало кто решается связать свою жизнь с профессией учителя. Ведь в этой профессии приходится брать на себя огромную ответственность по воспитанию детей, подвергаться большой моральной нагрузке, разбирать и проверять непростой материал, тратить свое здоровье и нервы. Поэтому молодые специалисты в школе – это очень важные и ценные кадры. Они нужны как воздух. Без их новых идей, молодого задора, искорки в глазах, творческого потенциала школьная жизнь превратилась бы в однообразный процесс. Работаю учителем английского уже целых 3 недели. Работаю с маленькими. Конечно, сложно, потому что класс, дети маленькие, внимание постоянно рассеивается. То есть удержать 40 минут их внимание – это очень сложно. Но работа с ними интересна, безумно интересна, потому что, как ходишь в класс, видишь их глаза, которые горят. Самой хочется работать, хочется обучать их. Конечно, сейчас немножко мне тяжело, но я всегда могу найти поддержку у опытных моих коллег, у даже классных руководителей мне всегда помогают. Сами дети видят, что немножко мне непросто,
В этой школе я работаю совсем недавно, то есть месяц буквально, вот недавно окончила только академию и пришла в эту школу. Коллектив здесь очень замечательный, все очень простые, добродушные, приняли очень хорошо. Работаю я с детьми с 1 класса по 9 класс. Детишки тоже все хорошие, все способные. Пытаемся работать, создавать что-то новое в городе. То есть станции у нас более такие современные. Что-то новое, какое-то новое направление пытаемся открывать. Я 18-й год являюсь руководителем методического объединения учителей иностранных языков. И одна из основных задач вижу в содействии становлению молодых специалистов, содействию их и развитию их педагогического мастерства, так как наше методическое объединение систематически пополняется молодыми специалистами. Эту работу можно отнести как к планам, так и достижениям. Немногие молодые специалисты остаются в школе, но все те, кто остались, сейчас успешно работают, достойно прошли аттестацию и выросли из молодых специалистов в квалифицированные кадры. Работается вообще супер, классно, мне очень нравится. Работаю 8 год, я закончил эту школу в 98 году, отучился в Академии физкультуры, спорта и туризма в Уральской академии. Ну и пришел, работаю, и можно сказать, что работаю доволен, меня практически все устраивает, всегда устраивает. Детьми тоже я доволен, результатами тоже я доволен. Ну и коллектив у нас очень такой теплый, доброжелательный, отзывчивый. Для учителя самая важная оценка проделанной работы – это, конечно, мнение его учеников. Вспомнят ли, останется ли в их сердцах и умах то, что пытается донести до них педагог? Ведь школьные уроки – это не только обучение какому-то предмету, это еще и одновременно воспитание, дружеские беседы, поддержка и общение. Наши учителя, ну как, на мой взгляд, они не просто учат как бы нас уроку данному, то есть ихнему предмету, учат тому, что еще пригодится в жизни. То есть к ним свободно можно подойти на перемене и поговорить на любую личную тему. У меня тоже в свое время какие-либо проблемы возникали, они могли просто подойти там, помочь, сказать, не просто там морально, могли практически даже сказать, если нужна будет помощь, ты можешь свободно подойти и попросить. Тот же классный руководитель, всегда помощь, те же классные часы, всегда соберемся. Класс хорошо собран. У нас собирался класс, ну как бы формировался долго, постоянно там новенький, не новенький, ну как бы учитель справляется, на мой взгляд, все хорошо. Дорогие учителя, хочу поздравить вас с наступающим праздником, Днем Учителя, пожелать всех успехов в работе, полегче с детьми, всего самого наилучшего, и чтобы ваш рабочий процесс доставлял вам удовольствие. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей с праздником. Желаю вам счастья, добра, здоровья, терпения в вашем труде, хороших побольше учеников. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех учителей 8-й школы с профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать всем здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, энтузиазма и хорошего настроения. Хочу поздравить учительский состав, педагогический состав нашей школы и всех учителей нашего города, в том числе и свою любимую мамочку. Потому что День Учителя для меня это не только праздник учителей, праздник педагогов, но и семейный праздник. Хотелось бы сказать спасибо нашим учителям, в частности моей любимой маме, за то, что за их терпение, за их нелегкий труд, и поздравить с их профессиональным праздником, пожелать тепла, счастья, здоровья. Хочется поздравить коллег с нашим общим праздником и пожелать им, ну, наверное, здоровья не только физического, эмоционального здоровья. Кроме того, конечно, творческого такого начала, чтобы не иссякало ни в коей мере, и приятных, и вместе с тем тех учеников, которые будут, ну, действительно благодатная почва, которые найдут и понимание, найдут заботу в этом учителе и поддержку. В преддверии Дня Учителя всем учителям, конечно, здоровье, конечно, понимание детей,
понимание родителей. И я считаю, что какая бы ни была сложная наша профессия, мы можем гордиться, что мы сегодня учителя. Что учителя с большой буквы, несмотря на все те трудности, которые есть, мы можем их решить и преодолеть. Ну и, конечно, я хочу сегодня сказать, что каждый учитель, конечно, должен иметь большой запас знаний. И самое большое, самое главное, чтобы у него было большое сердце. Позвольте мне пожелать всем коллективам школ города побольше молодых специалистов с живыми, энергичными глазами, а также всем коллегам огромного здоровья и позитивных, положительных эмоций. Дорогие коллеги, мне хочется в наш профессиональный праздник от всей души поздравить вас, пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровье – это не все, но все без здоровья – ничто. Будьте счастливы, пусть будут здоровы ваши семьи, счастливы ваши дети. Удачи вам на вашем трудовом пути. Говорят, мы не выбираем дороги, а они выбирают нас. Учительскую дорогу люди выбирают сами. Каждый день, переступая школьный порог, они забывают о всех своих тревогах и личных проблемах и входят в класс с хорошим настроением и доброй улыбкой. Своих учителей забыть нам не дано, и лучшие в душе поселены навечно. И пусть летят года, мы с ними все равно. Мы не забудем их, мы любим их сердечно.